Всем привет, вы на канале Gamer Wolf. Давайте посмотрим игру под названием Base Wars. Эта игра вышла на приставку NES американскую, в России это была приставочка Dendy. Посмотрим, что это за игра такая. Блин. Закруткой, блин. Ого. Нифига себе, он ударил. В общем, говорят, это типа бейсбол, да? В общем говоря, сделана игра очень-очень интересно, но, блин. Нужно привыкнуть к этой игре еще. Ого, как он выстрелил. Блин. В общем говоря, не смог ни разу отбить. Ну и игра в плане графики очень интересно сделана. Тут, короче, по-разному можно бросать мячик. Да ё-мо. А, вот, да? Ну, он немножко пробежал, но да ладно. Не критично. Ой. Ничего себе он валил. Ну, игрушка очень интересно сделана. Вот в плане графики. Очень классно сделана игра. У них, походу, один пробежал. Ну и где мой чел, который бежит, должен бежать за мячом? Ладно, ребята, на этом я обзор заканчиваю. В общем говоря, игрушка очень прикольная. Всем пока.